Укладка асфальтобетонного покрытия по улице Аэродромной на участке от Авроры до Мяги идет полным ходом. Общая площадь работ составляет 8000 квадратных метров. Чтобы не создавать неудобств для водителей, личного и общественного транспорта ремонт проводят ночью. Периодически мы пропускаем трамваи. Есть какие-то, конечно, паузы, но без них мы не обойдемся никак. Ну, то есть в ночное время их уже отсутствует. Стараемся закончить укладку асфальтобетона до времени, когда пойдет первый трамвай. Дорожное полотно на улице Аэродромная по направлению выезда из города уже уложено, и самарские автолюбители оценили качество выполненных работ. Я каждый день езжу по этой дороге, и мне очень важно, что дорога ремонтируется. Спасибо людям, которые работают, занимаются, следят за этим мероприятием, потому что это очень важно для города и самих водителей в первую очередь. Ремонт картами свыше 100 погонных метров на улице Аэродромная выполнен на 40%. Этот участок дороги ремонтируют во всю ширину проезжей части. На отрезке площадью в 25 тысяч квадратных метров сделана фрезеровка. Перед укладкой дорожное полотно очистили от пыли и залили битумной эмульсией. Асфальтобетонное покрытие планируется устроить из щебеночно-мастичного асфальтобетона 16 на полимерно-битумном вяжущем. Также при выполнении работ по ремонту проезжей части планируется перестроить люки инженерных коммуникаций для приведения их проектной отметки. Ориентировочный срок завершения работ по ремонту дорожного покрытия улицы Аэродромная – 15 июня. Мария Ильевна, Никита Колосов, Николай Епифанов, Николай Сидоров. События.